вечер. Вот уже почти 8 часов вечера, я вот только получила возможность как, закончить все встречи, все рабочие дела и сказать пару слов на тему рассвета, о том, как он сейчас живет, как он выживает. И вот Александр Кочетков, блогер, который с недавних пор сопровождает нашу деятельность и очень нам помогает, вот он настоял на том, чтобы я все-таки сказала пару слов о том, как сейчас живет рассвет. Вот первое, что хочется сказать, спасибо вам, люди, потому что те мечи, которые к нам сейчас после вот выпусков блогов Александра приходят в рассвет и приобретают курсовки, ложатся на лечение в неврологическое отделение, они нас очень выручают, мы живем, мы работаем, у нас по-прежнему звучат голоса, у нас по-прежнему вот сегодня мне принесли коллективную благодарность от больных неврологического отделения, поэтому, в общем-то, в рассвете все по-прежнему, все спокойно. И ну, что я могу сказать? Спасибо вам, люди, и вот, ну, да, вот за последние месяцы, ну, за последние годы это, наверное, слишком обще звучит, а вот, да, за последние самые тяжелые месяцы я убедилась, что общественное мнение и мнение людей – это не пустой звук. И на самом деле, когда мы вместе, мы можем очень много. Поэтому спасибо огромное вам за ваше сочувствие в соцсетях, за положительные комментарии, за приход в рассвет, на лечение. И я надеюсь, что, во-первых, у нас все получится, у нас уже все получается. Вот именно сейчас в центре реабилитации пошли серьезные подвижки в плане заключения дальнейших контрактов на нашу вот медицинскую деятельность. К нам приходят новые контрагенты, то есть вот самое тяжелое время вы помогли мне пережить вашей помощью, вашим отношениям. И я надеюсь, что в самое ближайшее время в центре реабилитации «Рассвет» произойдет перезагрузка, и мы по-прежнему будем существовать и работать для Омска и для его жителей.